Всем привет, с вами Карабаш74, и сегодня мы рассмотрим очередную модификацию. Это будет дампер 6x6. Для меня, конечно, это тоже стало полной неожиданностью, потому что я вот сейчас на просторах интернета с ним столкнулся. Я не любитель рассматривать такие автомобили, но сегодня специально хочу посмотреть на него. Давайте посмотрим на него на широкой реке. Я в шоке вообще. Если честно, я в шоке. То есть тут какие-то апгрейды, что ли, еще? Господи. Давайте мы зелочек. Сейчас я зелок быстренько отгоню, и мы вернемся. Итак, друзья, я отогнал зелок, и мы смотрим на эту бандуру. То есть я в ужасе вообще по поводу таких огромных автомобилей. Зачем вообще их создают? Для чего? То есть у нас же, собственно, здесь не карьер. Да, кстати, хорошая идея, подкидываю разработчику. То есть сделать карьерный какой-нибудь такой это яму в земле, и туда можно спускаться на карьерных автомобилях. И, собственно, оттуда подниматься. Ну, то есть, вот. Ремонтные части можно поставить. А, ну да, собственно, сам кузов поставить на него. Блин, обалдеть можно. Там чувак, по-моему, сидит непонятно даже на чем. Так, соответственно, мы зелок заберем с собой. Он нам пригодится в дальнейшем. Ну и заодно с нами прокатится. Да что-то... Так. Прицепить его надо к чему-то теперь. А, ну да, вот фаркоп есть. Отлично. Но я думаю, что лебедка его не спасет. Все, едем. Смотрим на зелок. У зелка все хорошо, все замечательно. Смотрим на саму машину. Кому в башку пришло такое создать? Блин, ну для такой игры вы смотрите, что с водилой происходит. Это же просто ад. Такое впечатление, что там кто-то снизу еще сидит, и он на нем прыгает. Ну вы поняли меня, в общем, о чем я. Блин, ну для чего? Ну непонятно. Но зато как бы сама задумка неплохая, и реализация достаточно интересная. Я так понимаю, сам этот автомобиль, он в принципе ничего не делает. А включим дифференциал, да, он валит все деревья. То есть, давай поехали напрямую. То есть, зачем нам что-то объезжать, собственно. Мы поедем на пролом. Здоровье, собственно, вагон. Ой-ой, да, блин, еще плохо, надо дифференциал, наверное, вырубить просто. И, блин, начинается жара вообще жесткая. Экшен вообще полный. Зелок в шоке сзади. Получает тоже кучу урона, хотя едет за такой бахилой. Да. Я хочу прорваться на конец карты и заглянуть же, где там конец-то этот. Конец. Он же должен там быть где-то. О, да, мы заработали ачивку. Я сегодня играю. Кстати, на пиратке на лицензии она не идет. Из-за этого я сегодня рвусь на этом чудовище. Мы едем. Да, вот. Так. Блин, да где же собака? Нет, зелок едет. Надо было хоть что-нибудь на него поставить. Отлично, так, чекпоинт. Итак, нам куда надо-то? Вот, мы поедем, собственно, вот сюда. Ну, можно, в принципе, повернуться и поехать вот сюда. Нет, мы поедем прямо. Так. Блин, ну нам надо одну убрать точку. Да что ты, сука? Да иди ты в жопу. Злости не хватает. Так, все, едем. Я пообещал, что обзор будет очень быстрым, коротким, потому что, собственно, вы не смотрите длинные обзоры, вам они не интересны. Это чудовище ломается, и мне
Мне можно его починить. Ремонтные части. Поехали. Заводись вперед. Вы смотрите, я сразу глохну. Ну иди твою мать. Отъезжай, бычок. Так. Я не понял, а почему мы сломались? Тут что, собственно, кого тут пересекаем-то? Поехали. Вот, все нормально. То есть мы просто получили очень много урона. И еще какой-то чекпоинт. Водолаза, наверное, получили. Да-да-да. Тут непонятно вообще, что мы получили. Просто написано, что получили ачивку. Так, мы отвернулись от маршрута. Поворачиваемся обратно на маршрут. Едем. Машина прет. Чудовище вообще. Просто ад. Водила просто отстреливается, видимо, от веток. Из-за этого его так елозит. Где конец карты, мы сейчас заглянем все-таки. Увидим, где же этот спрятанный, собственно, от всех глаз конец этой карты. Да где он? Блин, когда мы уже доедем-то? Уже устал на пролом лезть. Ему вообще без разницы, этому автомобилю. Вот, да, я думаю, мы подбираемся, потому что деревьев становится все больше. А этому все безразличнее. Да, да, я вижу. Я вижу. И мы забуксовали. Так, стопы. Тут что, какой-то триггер, ограничение стоит, что ли? В разгон. Что такое? Я не понял, мы забуксовали, ребят. Стоп. Так, сейчас. Поехали. Быстрее, давай, давай, давай. Да, ребят, тут скрытая стена. Но мы видим край карты. Я это сделал, показал вам всем. То есть, это, наверное, была мечта любого такого же, как и я. Отлично. А, собственно, это был дампер 6х6. И с вами был все это комментировал Карабаш 74. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.